Рукопожатие скрепили подписями в документе. На втором по счету областном форуме «Пять инициатив региональной практики экономического прорыва» председатель областного правительства Александр Смекалин заключил соглашение с главами администрации муниципальных образований региона. Ульяновская область понимает, что нужно в 2018-2019 году, до этого, что нам надо было в 2017-2015 и прочих годах. Мы каждому муниципальному образованию определяем определенные задачи. То есть вот что ждать от базарного Сызгана, что ждать от Сурского, там, Ульяновского района и так далее, и так далее. Исходя из тех возможностей, которые у них есть. В документе прописан целый ряд показателей, нацеленных на улучшение социально-экономической ситуации региона в целом. Начиная от объема инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, заканчивая демографической политикой. Выполнение канонов соглашения на должном уровне дает муниципалитетам ряд финансовых преференций. На соглашение подписывается не первый раз. В прошлом году данное соглашение порядка 70 миллионов рублей субсидий, которые были выделены городу Димитровграду, выполнены в полном объеме. Все показатели городом выполнены, поэтому субсидии доведены 100%. И это нам позволило в 2018 году получить большую величину субсидий, порядка 96 миллионов рублей. После на сцену фойе Ленинского мемориала вышли ректоры Ульяновского государственного и политехнического университетов. Вместе с Александром Смекальным они подписали меморандум между регионом и ульяновскими вузами в целях развития цифровой экономики. Этот меморандум подписывается для того, чтобы координировать наши усилия в решении сложнейшей задачи – развития цифровой экономики региона. Он добавляет ко всей этой системе один элемент – координацию. И не предполагает развертывания в какую-либо самостоятельную программу, потому что программы уже приняты, успешно выполняются, но нужно координировать усилия. В частности, меморандум рассчитан на взращивание интернета вещей и промышленного интернета в области. Вузы объединят усилия и по развитию искусственного интеллекта. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.